Великом Моха Велохим Адонай Вен Кемасеха Малхут Хамалхут Колаламим Умемшальтеха Бехолдор Вадор Адонай Мелех Адонай Малах Адонай млох леолам вахет, Адонай оз леамоитен, Адонай еварек, этамо вашалом. Ваехибин сахарам, вайомер моше, кума, Адонай, веяфуцу, ой, веха, веянусу, месанеха, нибанеха, кимицион, тецетора, кимицион, тецетора, удвар, Адонай, Миерушалаим, Барух Шенатан, Тора, Тора, Барух Шенатан, Тора, Тора, Леамо Исраэль, Бигдушатом. Бархует Адонай Хамевуах. Барух Адонай Хамеворах Леолам Ваэд. Барух Адонай Хамеворах Леолам Ваэд. Барух Ата Адонай Элохейну Мелех Аолам, Ашер Бахар Бану Микол Аамим, Венатан Лану Эт Торато. Барух Ата Адонай Нотен Хатора. Амен. Амен. Тешву Бевакаша, присаживайтесь, пожалуйста. Вонефтах Сефер Дварим, Перек Бет, Ваникра Мипасук Эсрим Ве Арба Ад Шлушим. Давайте откроем книгу Второзакония, вторая глава, и зачитаем с 24 по 30 стихи. Сефер Дварим, Перек Бет, Мипасук Эсрим Ве Арба, Ад Шлушим. Куму Су Ве Ивру Эт Нахал Арнон. Ре, Натати Ве Атха Эт Сихон Мелех Хешбон Хаэмори Ве Эт Арцо, Хахел Раш Ве Хитгарбо Милхама. היום הזה אחל תת פחדך ואירעתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור. אעברה וארצך בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, אבל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק אעברה ורגלי. כאשר עשו לבני אסב היושבים בסעיר והמואבים היושבים באר, עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהינו נתן לנו. ולא אבא סיחון מלך חשבון האווירנו בו, כי הקשה אדוני אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו, למען תיתן בעדך כיום הזה. אמן. אמן. אנחנו גם נקרא ברוסית. также зачитаем на русском. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариянина, и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. Сегодня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею». Я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду. Так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но Сигон, царь Сивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. Аминь. Шаббат шалом ликулам.
Шаббат шалом всем. Коля парашата шаво никрет дворим. Вся парашат шаво называется дворим, это слово Божье. Венусе шелану, я хочу меот хашув леколь эхад, ладат зе тиламед отану лимнот эт ямейну. И сегодняшняя тема, я считаю, она очень важна для всех нас, и она называется «Научи нас исчислять, научи нас считать дни наши». «Тилемед отану лимнот эт ямейну». «Научи нас считать наши дни». «Анахну муцим эта мишпат азе бетилим беиврит 90, берусит 89». Мы находим это слово, это предложение в псалмах, в 80-м псалме. «Агав зе тфила шель Моше». Это песня, молитва Моисея. «Вео омер». Тиламед отану лимнот эт ямейну, кидеше и елану лев хахам. И он говорит, научи нас исчислять дни наши, чтобы у нас было мудрое сердце. Аз кодом кола нахну руим, ше хохма зе ло бамилим шели, зе ло бекам ани йодеа. И, во-первых, мы видим, что мудрость это не в моих словах и в количестве знания, которое у меня есть. Зе эх ани мисадер это хаим шели, ве эх ани хай это хаим шели. Это как я распределяю. Распределяю своей жизнью и живу ей. עכשיו, חזרה לטקסט שלנו. Сейчас мы возвращаемся в наш текст. אנחנו רואים שאחרי כמעט 40 שנה, הניצחון הראשונה של עם שלנו, זה פה בפסוקים שקראנו, עבור מלך חשבון. Мы видим, что после около 40 лет первая победа для Израиля это была победа над царем Хешбона, над царем Есивонским. עכשיו, נכון, ברוסית זה נשמע שונה, אבל בעברית זה די ברור, זה חשבון. На русском это звучит немножко по-другому, царь Есивонский, но на иврите это царь Хешбон. זה אותו מילה שאמרנו למנות או לחשב או לספור. И слово Хешбон это однокореневое слово с считать, распределять. אז זה ממש ניצחון חשובה היה בשבילם. И это очень важная победа, которая была для народа Израиля. וגם בשבילנו. Также и для нас. כי מפתח לחיים מוצלחים, потому זה что ключ к успешной жизни לרשת את מלך חשבון, это овладеть царем Хешбона. או בשבילנו, это овладеть царем счета. או בשבילנו, или для нас, לרשת את יכולת, овладеть способность למנות או לספור את ימינו, овладеть способность исчислять наши дни. לרשת את יכולת לסדר את חיים שלנו כדי שזה יהיה חכם. Овладеть способность распределять нашу жизнь, чтобы это было мудро. אני חושב כל אחד רוצה את זה בחיים שלו. Я думаю, каждый хочет это в своей жизни. אבל עד כאן שהם קיבלו את הניצחון הזה, עבר את כל התהליך של 40 שנה. Но до этого места, пока они обрели эту победу, они прошли целый процесс на протяжении 40 лет. В התהליך הזה מדבר לחיים שלנו על הצעדים שאנחנו צריכים לעשות כדי ללמוד איך לספור את ימינו. И весь этот 40-летний процесс научает нас, как нам надо ходить перед Богом, чтобы исчислять наши дни. שלב ראשון אנחנו מוצאים באותו פרק פסוק 3, אנחנו לא נקרא. Первый шаг это мы находим в той же главе в 3 стихе. זה שעם ישראל היה צריך לעזוב את הר סעיר וללכת לצפון. Это то, что народ израильский должен был оставить гору Сеир и начать путь в сторону севера. כדי שאנחנו נלמד את החוכמה של החיים, חברים. Чтобы нам научиться мудрости в жизни. קודם כל אנחנו צריכים לעזוב את העבר שלנו. Во-первых, мы должны оставить наше прошлое. ולפנות את החיים שלנו לצפון, שזה למעלה. И мы должны направить нашу жизнь на север, в сторону севера, то есть наверх. מעניין שמילה סעיר, אחת מהמשמעויות, זה מילה שד. Одно из значений слова סעיר, горы סעיר, это שד, то есть демон. וזה ברור שהחיים שלנו לפני אדון, איכשהו היו קשורים לשטן. И это понятно, что наша жизнь до прихода к Богу так или иначе была связана с дьяволом. מעניין שאלוהים מצווה לעם שלנו לקחת את ארץ מובטחת מלמטה עד למעלה. Очень интересно, что Господь заповедует своему народу овладеть землей снизу и наверх. תסתכלו על המפה שלנו של ארץ ישראל. מלמטה, שתיים שליש של המדינה זה הכל מדבר. С какой-то точки 2/3 Израиля, посмотрите на карту Израиля, с нижней точки
Две трети стороны – это пустыня. Рак эфошебеэмса веада цафон матхилиот ярок. И где-то с середины и в сторону севера начинает казаться зеленым. Шанахну баим леадонах, им шилану кашим, анахну врим это мидбар, а вальше олим лимала, лешамаем, леадон, матхилим лирот это ярек шелахаим. И когда мы приходим к Богу, то наша жизнь кажется как пустыня, и это нам очень тяжело. Но со временем, как, чем больше мы приближаемся к северу, то мы видим зелень, которая окружает нас. Акшав, ми пасук арба до срим варба, анахну руим макомот, ше арец Исраэль аю црехим лифасфез, ло лаацор, ло лакахат, ло ларешет. И с 4 по 24 стихи мы видим перечисление мест, которые народ израильский должен был пройти. Пройти мимо, то есть не овладеть ими, а просто пройти. Потому что Господь сказал, что эти места Он дал другим народам. И это говорит нам о том, что всегда с левой, по левую и по правую сторону будут вещи, которые будут нам мешать. Авал Элоим умер, что он натан это дварим аэлу ле аншей аолам, что эм это скубазе, ло ата. Но Господь говорит, что все эти вещи, которые мешают нам, Он отдал людям этого мира, чтобы они имели с этим какой-то контакт, а не ты. Улора сашем я отсрус там, вы безбазу это зман. Он не хотел, чтобы они просто так останавливались и тратили свое время. И этим самым мы говорим о том, как распределять наше время в нашей жизни. Арбе дварим, еш дварим, арбе паамим, еш дварим бахаим шелану, ше гонвим это зман шелану. Очень часто есть вещи, которые мы встречаем, и они крадут наше время. Бецад ямин, бецад смол. С левой стороны и с правой стороны. И ты хочешь взять что-то отсюда, отсюда. И ты тратишь время. И ты застряешь в пустыне. Бог сказал, что эту суету Он дает людям мира. Не берите это, у вас есть что-то лучше. В пасук 14 אנחנו רואים שהם הם היו צריכים Льет бы маком и ухат арбезман. В 14 стихе мы видим, что они должны были находиться в определенном месте долгое время. А маком за некра кадеш барнеа. Это место называется кадеш варни или на иврите кадеш барнеа. Безмана за беталиха за кола дора яшан нифтар в кола дора хадаш итхадеш. И во время их пребывания на этом месте все старое поколение вымерло, а новое поколение обновилось. И название этого места очень интересно, Кадеш Барнеа. Кадеш, אנחנו יודעים, זה מילה, קדשה, קדוש, קדושה. Слово Кадеш мы знаем от слова Кадош, посвящение, святость. Авал Барнеа זה סוג של שמת זית שהיה נמצא במקום הזה מיוחד. Но слово Барнеа это сорт оливкового масла, которое было на том месте. ואנחנו כולם יודעים ששמן השתמשו כדי לשים את המשיכה עבור מלאכים למלוך. И мы знаем, что масло использовались, елей использовался для того, чтобы помазывать царей. אז אנחנו רואים אחד מהשלבים מאוד חשובים בחיים של מאמין. И мы видим, что один из очень важных этапов в жизни верующего человека. כדי שאנחנו נלמד чтобы мы научились исчислять дни наши, это посвятить нашу жизнь, это войти в посвящение, чтобы это старое поколение, то есть наша старая природа, оставила нас и отсоединилась от нас. Потому что в Новом Завете написано, что плоть не может наследовать царство. זה הדור הראשון, הדור הישן של העם שלנו, כי הם לא היו יכולים לרשת את ארץ מובטחת. И это старое поколение израильского народа, которое не могло наследовать и войти в обетованную землю. ותראו, כתוצאה יש שמן משיכה לנצח ולמלוך את החטא ואויב. И как результат есть масло помазания, которое дает силы, чтобы господствовать и побеждать над грехом. שכתוב בפסוק 24 אנחנו קראנו תקומו זה המקום מאיפה שהם היו צריכים לקום מקדש ברנע.
И в 24 стихе написано: «Встаньте», и они должны были встать из этого места, из Кадеш-Барнеа. «Амаком шель кдуша вамаком шель мешиха зе меале отану мамаком шелану венотен лану нисахон авур мелех хешбон». Место святости, место помазания дает нам силы встать и победить царя Сивонского. «Веках хаварим анахну лумдим это хохма шель хаим». И таким образом мы научаемся мудростью жизни для того, чтобы распределять нашу жизнь правильно. И чтобы у каждого был успех в его жизни. Пусть Господь благословит нас, друзья. Чтобы на каждом этапе Он дал нам победу. Но очень важно, Кадеш-Барнеа, место святости, место посвящения нашего. Потому что есть много вещей, старых вещей в нашей жизни, от которых нам надо отказаться. И как результат, Бог даст силы и помазание править над нашими врагами. Аминь. Давайте встанем наши ноги. Барух ата Адонай Элохейну Мелех Аулам, ашер натан лану Торат Эмет, вехаей Олам ната бетохейну. Барух ата Адонай нотен ха-Тора. Аминь. Везот ха-Тора ашер са Моше лифней бней Израиль альпи Адонай. ביד משה אצחיים כי למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. אמן.